Йоу, ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, и это FIFA 20 Mobile на мобилке, бета-версия, вот она, ребят, на мобилке, вот вы можете видеть. И сегодня мы, короче говоря, посмотрим, что здесь интересного. Кстати говоря, ребят, вы сможете эту версию скачать, где правильно, на нашем YouTube-канале, посвященном как раз-таки FIFA, ссылка есть в описании, там я стримлю FIFA, в том числе на ПК, возможно, буду также стримить на мобилке, в общем, в сообщество туда заходите, ну, в общем, ссылку я скину в описании, так что, ребят, заходите и можете там скачать, ну, и, соответственно, подписывайтесь на мой канал, это очень важно. Так, что здесь есть интересненько, сразу давайте покажу вам свою команду. Я здесь немножечко, так сказать, уже посмотрел, но это вообще, в принципе, это будет по большому счету первый взгляд, обзор, в общем, посмотрим, рассмотрим, какие здесь корявые моменты, ошибки, баги и так далее, все, возможно, это будет в этом видео. Так, вот у нас есть нападающий. Это, кстати, наш самый жесткий игрок. 71 рейтинг, Наб, Морело. Можем поменять, можем подробности, в принципе, посмотреть. Передачи, удары, скорость 80, ребят, скорость 80. Учитывая, что наш состав практически весь состоит из бронзовых бичей, это нормально, ребят, это серьезно нормально. Так, что здесь еще? Также у нас, смотрите, ребят, есть у нас 20 тысяч монет, возможно, мы что-то сможем купить на это. Вообще у нас есть 22 игрока, но в принципе вот есть как бы серебряные чувачки, да, и есть вот еще бронзовые бичесы, да. Вот есть какой-то чувак даже из Манчестер Юнайтед, Левит. Подробности, что за подробности? Ну тут скорость не так себе у него, конечно. Ну, тем не менее, вот у нас стартовый состав, он не самый, конечно, лучший, но тем не менее, он нам нужен, конечно, знаете кто? Нам нужен еще ПФАшник и ЛФАшник, если у нас такие в составе, давайте посмотрим. Просто чтобы сыгранность, знаете, была получше, это не помешало бы. Это не помешало бы, хотя, в принципе, НАП, это тоже окей. Окей, хорошо. Давайте, собственно, будем уже катать. Будем смотреть, как все происходит уже в самой игре, а не только в меню игры. Итак, друзья, уже первая проблема. Первый баг, собственно... Игра не работает, игра просто перестала работать. Перестала откликаться на кнопку, ребята, вот эта кнопка. Я просто хочу выйти из вот этого раздела, хочу выйти в главное меню, так сказать. Она не работает. Она просто не работает, друзья мои. Придется перезапускать игру, видимо. Так, друзья, короче, я перезапустил игру. Надеюсь, сейчас будет работать несколько лучше. Закрыто бета-версии квесты. Ну хорошо, тогда давайте вот прям сразу пойдем по тем моментам, в которых вроде еще можно играть. Давайте сыграем, посмотрим, что здесь интересно нам предлагают разработчики EA Sports. It's Chilling Game. Итак, вот наш стартовый состав. Максим Шубин называется, похоже, да? Ну. Так, вот мои пацаны. Ой, это как я сделал? Это что вообще сейчас было? Короче, на самом деле фифку я давненько не играл, тем более мобильную. Обычно-то я играю регулярно в своих стримах, ребят, на канале Шубин Стрим, ссылка есть в описании, обязательно подписывайтесь. А вот здесь, конечно, есть некоторые проблемы. Чё ты делаешь? Обморок, чё ты делаешь? Обморок просто. Что он делает вообще? Ну отбирай ты уже, что ты, ё-моё, что ты дрочишь тут? Давай сюда. Нормально, 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 нормально. Дай пас этому. Ты чё? Господи, что за просто, с кем я играю? Да, я сам, конечно, запорол эти моменты, но тем не менее, хочется на кого-то поругаться. Так, кто тут у нас есть? Давай, 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 давай. Хорош, хорош. Ну, попытался пробить, получилось не очень получилось. Ладно, окей. Так, оп, красава. Давай сюда пас. Отлично, пошел, 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 быстренько, 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 давай. Оп, этого чувака. Нихуя, чё себе. Это гол. Это гол, Левит, ребят, Левит, спасибо. Между прочим, Манчестер Юнайтед. Я как-то даже выделил в самом начале ролика этого игрока. Красава, ребят, давайте посмотрим повтор. Так, отличная передачка и прекрасный удар, великолепную... Гол, вратарь, сори, как говорится. Ну, в принципе, здесь я играю все-таки на бетке, соответственно, с ботом и так далее. Я просто пока, на самом деле, еще учусь играть в мобильную именно версию. Пивки. Так, как здесь быть-то? Давай, 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 хренач. Нет, все-таки там не получилось, не получилось. Ладно. Хорошо.
хорошо. Давай куда-нибудь, как-нибудь. Как-нибудь. Красава, 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 красава. Давай этому пас. Давай этому пас. Что делает? Не знаю, что он делает. Это странно, конечно, было. Давай ему. Потом ему. И бей. Ну бей, бей, кто-нибудь, давайте, пацаны, бейте уже. Не могут забить, к сожалению, пока что второй. Но у нас уже, получается, первый тайм аж закончен. Охрененно. Чё ты... обморок, просто обморок какой-то. Что ты делаешь? Почему сюда паста выдает? Не, ну это, конечно, да. Это, конечно, фиаско, братан. Тут надо играть все-таки с геймпад какой-нибудь подключать, еще что-то, ребят. Если вы хотите, чтобы я заморочился на этот счет, то, в принципе, можем что-нибудь попробовать. Ребят, пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы было больше роликов по FIFA Mobile на этом канале или на канале Шубин Стрим. Скорее даже на канале Шубин Стрим. Ребят, обязательно туда подписывайтесь, если вы любите FIFA. Канал Шубин Стрим, ребят, это мой канал. Заходите. Так, ну что, второй тайм, ребятки. Так, ладно, надо нам забить еще один, как минимум. А то некрасиво будет. Красава! Красава! Какие финты, кстати, можно делать? Нет, нельзя. Я какие-то финты, короче, ребята, хотел сделать, прикиньте, какие-то финты. Это было слишком опрометчиво с моей стороны. Тем более, учитывая, что я управляю с, ну, короче говоря, с геймпада. О, фу, какой нахрен геймпада. Я управляю вот какими-то такими сенсорными непонятными кнопками для меня, если честно. Ну, вот в плане управления именно мобильной версии FIFA, тем более бетки, это стрёмно. Пока стрёмно, ребят, надо научиться это делать. Для меня пока это прям сложная задача. Так, ладно, пошли, пошли. Опачки, опачки, сюда давай. Сюда, красава. Хренач! Ну, в принципе, удар-то такой не самый плохой, но тем не менее. Ах ты какой негодник, ребят, слушайте, на самом деле все довольно-таки мелко для FIFA. Но! Но! Да, ребята, есть второй гол. Дабл, 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 дабл. Кто забил? Депресс какой-то. Депрессивный чувак забил, но мы позитивные. Мы ставим лайки друзьям, рассказываем, колокольчик нажимаем. Обязательно, ребята, поставьте, пожалуйста. Вам это совсем не сложно, мне будет безумно приятно. Поддержите канал, пожалуйста. Ну, это видос, это фифу. Ну что ж, погнали, 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 погнали. Так, опачки. Ой, хорош, красава, красава, красава. Люблю так, пару финтов, пару финтов, пару финтов. Так, сюда. Аккуратно, пошел, 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 пошел. Да зачем тут, а, господи, зачем он ударил, ребят. Просто зачем он ударил, это неправильно. Так, это было почти хорошо. Давай, 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 давай. Оп, сюда. Красава, оп, 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 оп. Давай сюда. Бей. Ах, ребята, такой момент был. Проведите, в общем, на касание вот эти проводить на самом деле сложно, когда ты держишь смартфон. И типа, блин, ну серьезно, это не очень удобно. Реально не очень удобно. Да вы хренач, просто прям давай как мужчина самый настоящий, а не как человечек с пикселями, как в Майнкрафте каком-нибудь, так, там что-то, ничего себе, слушайте, я думал сейчас такой супер запрос, заброс будет, но нет, нет, к сожалению, так, ладно, надо отбирать, 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 красава, 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 сюда давай пас, отлично, сюда. Теперь давай сюда, прекрасно, давай сюда, красава, ребят, прям хорошо идем, давай, бей, как-нибудь, ааа, шайсе. Ну что ж, в принципе, 2-0, ребята, основное время вышло, очень даже неплохо, я считаю, вполне себе сыграли, особенно для первого раза в бетке FIFA 20 Mobile, ребята, короче, поставьте, пожалуйста, лайк, друзьям, расскажите, колокольчик нажмите, также подписывайтесь на все мои другие социальные сети, на ВКонтакте, группу нашу вступайте, на мою страничку ВКонтакте, подписывайтесь на Facebook, на Instagram, мой новый, ребята, обязательно, так, что здесь у нас, очки списка лидеров, так, 20 очков списка лидеров, оу, нихрена себе! Рафаэль Алькантара. Ну, короче, Рафини. Рафини, ребята. 80 рейтинг, слушайте, это топ. Это просто топ, ребята. Короче, сейчас вот так, вы только что получили очки списка лидеров. Давайте перейдем в главу списка лидеров. Именно там используются эти очки. Слушайте, прям по кайфу, прям по кайфу. Вот мне вот эти награды прям клевые, клевые. Это глаз списка лидеров. Здесь есть две точки VCA с разными требованиями к выносливости. Ну ладно. Получите 100 очков списка лидеров. Ну и, соответственно, мы как-то, наверное, сможем открыть эту штуку. Если все эти очки списка лидеров наберем, то есть соточку. Возможно, за голы нам дают. Типа, мы 2 гола забили и 20 очков дали. Не знаю. Не знаю, как эта штука пока работает. Но, тем не менее, довольно интересно. Слушайте, довольно интересно.
Так, окей, хорошо, переходим снова в, так сказать, режим бета-версии. Давайте, на самом деле, зайдем в нашу команду и давайте немножко как-то ее отрегулируем, потому что у нас появился новый интересный игрок. Так, хочу поменять я тактические схемы. Хочу поменять тактическую схему, например, хочу, чтобы цапник у нас был, знаете, такой яркий. А, что? А, у нас получается только вот есть три схемы, похоже, то есть другие все закрыты, к сожалению, ребят, к большому сожалению. Все другие схемы закрыты, хотя вот есть такая схема, здесь, по-моему, как раз таки цапник, узкая вот такая штука есть. Так, ну что, получается, как раз таки цапник, да, вот такой вот вариант есть. Можно, в принципе, такую штуку попробовать, то есть как-то вот, только, правда, цапники нужны. Нет, все-таки давайте оставим нашу схему, я думаю, оставим нашу схему, пусть будет наша схема. Ну, единственное, на цпшника мы поставим цапника. Именно Рафиню поставим, в общем, я думаю, будет вполне себе нормально. Так, короче, меняем. Поменять. Хочу поменять этого чувака на кого? На Рафиню. Ну, блин, чувака 80 рейтинг, он как бы из Барса, он бразилец, все по красоте, все как надо. Так, подожди, а что я не могу поменять его? А, теперь перетащить нужно, все. Все, кайф, кайф. Так, меняем игрока, посмотрим тоже, как все нормально работает ли здесь. Так, что, ну, назад, типа, что нужно сделать? Так, ну окей, заменить игрока. Что нужно сделать-то? Что ты тут придумаешь? Какие-то сложности, ребят, я не знаю, что за сложности. Типа, вот вроде бы все просто должно работать, по идее, но нет, не работает, ребят, короче, вот эта штука, похоже, тупит, я или я не знаю, что происходит. И просто, похоже, какие-то как раз таки баги и так далее. Я хочу, опять же, назад не работает, ребят. Опять же, назад не работает, просто, посмотрите, я нажимаю на эту кнопку, она не работает, ребят. Она не работает, почему, не знаю. Вот что-то, есть какой-то баг, есть какая-то проблема именно в режиме. Ну вот как получается, ну не в режиме, а когда ты заходишь в команду, начинаешь как-то с командой какие-то действия производить, то есть делать замены, как-то тактику перестраивать и так далее, просто менять игроков. И эта штука не работает, ребят, смотрите, я нажимаю на эту кнопку, она не работает, не работает. Это ужасно, на самом деле, это печально. И даже не знаю, как из этой штуки, вот смотрите, то есть другие кнопки нажимаю, вроде все окей, работает. Но вот единственное, вот эта штука не работает, я не знаю, почему, с чем это связано, конечно, но... Ладно, окей, давайте снова попробуем тогда этого чувака снова сюда, типа, закинуть, типа, вернуть, так сказать, на место. Так, окей, я снова вот этого чувака хочу перетащить, так, я беру его. Так, снова мы, короче, этого чувака выбрали, да? Теперь мы нажимаем опять назад, не работает, ребят, просто игра встала, ребят, все, короче, баги, баги, баги. Надеюсь, все-таки финальная версия это дело исправит, допилит, потому что, ну, ребят, играть невозможно, просто невозможно играть. Ну, то есть, ребят, сами можете, в принципе, попробовать, как бы, и, не знаю, может быть, у меня не работает, может быть, у кого-то еще, может быть, у кого-то нормально будет работать. Ребят, не знаю, я играю, как бы, на Android, вот, может быть, на iOS там все как-то лучше в целом, как по платформе, а может быть, у меня конкретно, не знаю, ребят, даже не знаю, на самом деле, с чем это связано, но в любом случае... Перезапускаем игру. Итак, друзья, я снова перезапустил игру уже второй раз. Бетка работает не очень. Есть баги, это не прикольно, не круто. Ну ладно, давайте еще посмотрим, что здесь, в принципе, интересного есть. Давайте дальше посмотрим. Здесь, я так понимаю, должна быть, наверное, какая-то тренировка, судя по значку. Значит, задание — одиночная цель. Окей, окей, посмотрим, посмотрим, что здесь интересненького. Так, попадите в цель. Кстати, ребят, напишите в комментариях, как вам вообще FIFA 20 Mobile. На самом деле, это называется FIFA Mobile просто, но по большому счету мы все знаем, что это FIFA 20, да? Так, ну давайте, типа, аккуратненько сначала попробуем так пробить. Теперь нам нужно сюда попасть. Не попал. Подожди, как надо попасть, как попасть вообще? Ну давай, вот низом я, наверное, смогу. Да, низом смог. Попробуем так как-то сделать. А что низко-то так бьет? Ладно, будем тогда резче. Оп, вот такой вот сделаем. Чпоник, хорошо. Знаете, хорошо сейчас залетело. Сейчас тоже резко, 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 резко. Ах, ну да еще резче. Надо еще резче, видимо, фигачить прям. Оп, давай сюда. Вроде. Я еще не попал, что ли, серьезно? То есть, оп. Давай, 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 высоко, высоко, хренач, высоко! Нет, попал в эту хреновину. К большому моему сожалению. Так, сейчас должен попасть. Да, попал, ребят, 3 тысячи очков. Так, 8 попыток мы все использовали. Давайте заново попробуем, у нас как бы есть еще какая-то энергия. И типа мы можем еще раз попробовать. Попади в цель, пройди по экрану, чтобы ударить. И попади в цель, чтобы получить очки. Ну, собственно, погнали. Бум! Прям мощно, прям супер мощно, ребят. Прям супер мощно пушечку зарядил. К сожалению, попал снова в этого манекена.
5 фигачим. По-моему, сейчас я чуть вправо уйдет. Ну, в принципе, все равно попали, так что нормально, ребят, тысячу получили. Здесь аккуратненько, просто аккуратненько, ребят. Просто аккуратненько хреначим, все четко, ребят, еще одна тысяча, кайф, кайф, просто изи. Так, здесь надо посильнее, помощней. Опять попали в гребаного манекена. Это вот прям обидно в такие моменты, ребят, реально обидно становится. Так, отлично, попали, ребят, 3000, 3000 очков уже есть. Так, давайте, собственно, в этот манекен тоже. Ну, не манекен, блин. Окей, как-то мы здесь промазали, я не знаю, я вообще не представляю, как мы здесь промазали, но ладно. Окей, примем этот удар судьбы, так сказать. Так, 4000 очков у нас уже есть, давайте хреначим просто по центру, прям по центру и посильнее, прям по центру и посильнее. Отлично, 5000 очков у нас есть. И последняя попытка, ребят, последняя попытка, нужно прям девяточку попадать. Сильно, сильно нужно бить. Но не получилось, к сожалению. Пока что, ребят, 5000 очков, в принципе, это, я думаю, уже не так уж плохо, чем... Ну, относительно нашего, по крайней мере, прошлого раза, неудачно. Неудачно, пишут. Ну, ага, нужно было, типа, 6000. Ну, ладно, что уж поделать. Собственно, мы можем как-то дальше, типа, продвинуться в этом плане или нет? Так, матч на 11 на 11 тяжело. Вот такой еще есть такая штука. Победа. Ох, нифига себе. Короче, хочу вот эту штуку, потому что здесь есть какие-то прикольные награды, равная игра. Давайте посмотрим поиск соперника. Я не знаю, это типа с реальным чуваком, что ли, я буду играть или что? Раз поиск соперника идет, ребят, возможно, так оно и будет. Честно говоря, я не слишком-то хорош в плане скилла на FIFA Mobile. То есть, так сказать, на вот этих вот странных управлениях я слабоват, поэтому что-то стрёмно как-то мне. Ну ладно, пофиг, короче, погнали, камон. Ну слушай, у него посильнее команда, посильнее. Вот не прям супер сильнее, но посильнее, ребят, посильнее. Или мне кажется, баланс сил. То есть даже типа в любимый баланс сил. Что? Ладно. Морелло. Не, это очень похоже, кстати, на чувака, реально. То есть прям катает, ребят, он прям катает. Он прям может. Нет, это очень похоже на реального чувака. Похоже, я с реальным чуваком играю, не с ботом. Это на самом деле круто, для бетки это круто. Я надеюсь, что это все-таки реальный чувак. Хотя в комментариях, ребята, на самом деле напишите, это реальный чувак или нет. Я не знаю, правда. Ну, похоже, что реальный, не знаю. Так, ну давай сюда. Посец. Ой, красавчик. Братан, это нарушение. Это нарушение, братан. Это нарушение. Ты нарушаешь. Ой, какой. Какой жесткий. Ладно. Красава. Прям по красоте. Оп, сюда давай. И на самом деле пасоваться здесь тяжело, я прям физически испытываю такую нереальную усталость после каждого паса. Тяжело. Что это было? Это удар был. Куда вообще? Куда полетело-то? Это тяжело. Просто тяжело, ребят. Ну, слушай, как бы с управлением прям реально надо привыкать. Надо привыкать, ребят. Я не привычный к этому управлению. Мне жестко, тяжело. Больно даже, я бы сказал. Больно, ребята. Я не знаю. Надо на геймпаде все равно играть. Я привык на геймпаде играть и... Но все равно лучше, чем на просто ПК. Ну, в плане там управлять с клавиатурой и какой-нибудь там мышью. Это еще хуже, ребят, поверьте мне, я играл, это страшно. Больно, очень сильно больно. Плакать хочется, просто таким моментом хочется плакать. Так, ладно. Это было опасно. Это прям было опасно, слушайте, на самом деле наш пацанчик-то очень даже хорош. Гол. Мильке. Мильке забил нам гол. Я не могу понять, что это за клуб. Ну ладно, он вроде мексиканец, по крайней мере. Пошел, наверное, кушать так, а после этого гола. Так, ладно, начало. Погнали. Так, сюда давай пас. Красава. Уф. Давай, пошел. Не пошел, ребятки, не... Блин, мне, короче, просто с управлением... Сложно, ребят, сложные дела обстоят с управлением. Реально жестко. Давай, чувак, ты же вроде быстрый. Ты что делаешь-то? Молодец, конечно. Да. Так, а ты что, куда пошел? Да что ж вы делаете-то все, а? Короче, я проигрываю 0-1, к сожалению. Но знаете, как говорится, без поражений не бывает... Хотя у меня была победа без поражения, а сейчас как-то наоборот все, да? Ладно.
Но в принципе я жду, честно говоря, я жду нормальную, такую же проработанную версию FIFA 20 Mobile, чтобы было все по кайфу, чтобы было все по красоте, и можно даже попробовать какой-нибудь там геймпад подключить и так далее, или просто вывести на какой-то новый уровень, на чтобы картинка большая была и так далее. В общем, все это можно попробовать замутить, если вы хотите, то, пожалуйста, ребят, ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. Также обязательно подписывайтесь на мой стрим-канал Шубин Стрим, там я обычно стримлю FIFA, также ролики планирую делать по FIFA, также подписывайтесь на мой запасной канал, он называется Максим Шубин, тоже ссылка, ребят, есть в описании. Также подписывайтесь, конечно, на этот канал, это реально интересно. Нажимайте на колокольчик. С вами был Макс Шубин. Всем удачи и всем пока. Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Stand of 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG Mobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт.